Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я расскажу об одном забавном сайте, на котором споры родители истины оформлены по науке и нет перехода на личности. Все строго и логично. Сегодня речь пойдет о платформе анализа аргументов argument.org. Собственно, скринкаст у нас будет короткий. Argument.org — это не какое-то сложное многозадачное приложение, это скорее просто забавная платформа для анализа аргументов по какому-либо высказыванию. Стандартная логическая задача, переведенная в полуигровую форму. Вот высказывание: «Все во Вселенной является либо картошкой, либо не картошкой». Его, кстати, поддерживают всего 85% посетителей сайта. Понятно, что по каждому высказыванию есть аргументы «за», здесь они обозначены как зеленые, потому что. Есть аргументы «против», здесь они красные, «но». И есть «однако», то есть нейтральный аргумент, скорее вопросительный, чем утверждающий что-то. Кликнув по высказыванию, вы заходите в дерево обсуждения и наблюдаете за тем, какие казуистические ходы придумывают люди для того, чтобы либо поддержать, либо опровергнуть высказывание. Понятно, что всякий раз логические цепочки будут разными, и битва может развиваться вокруг какого-то аргумента, полностью отойдя от самого высказывания. Тут у нас есть один аргумент «за», надо сказать, на первый взгляд неопровержимый, то, что высказывание «а» или «не а» в любом случае является истиной. Но при этом тут достаточно много «но» и «однако». Вот, например, картофель — это не элементарная частица, а значит, он является и картофелем, и не картофелем. Или вот: а что если существует несколько вселенных и есть те, где все состоит из картофеля? Или наоборот, те, где его не существует? По-моему, забавно. Как вы понимаете, высказываний здесь много, они разбиты по категориям, и есть среди них несерьезные, типа вопроса с картофелем, либо вполне серьезные, типа такого: доказать существование Бога невозможно. Если вы хотите ввязаться в дискуссию, вам нужно зарегистрироваться. И после регистрации вы можете добавить свое квалифицированное мнение либо по высказыванию, либо по любому из аргументов. Я ввязываться в дискуссию не буду, так как слабо представляю себе роль картофеля во Вселенной. Собственно, на этом обзор можно было бы и закончить, но нужно сказать еще об одном. Argument не имеет русской локализации, но платформа эта с открытым исходным кодом. И теоретически, если бы среди зрителей Теплицы нашлись энтузиасты, которые захотели бы запустить эту платформу на русском, было бы очень круто. На мой взгляд, у этой платформы есть неплохой потенциал, учитывая повышенный градус спора по любому вопросу в российском сегменте Facebook. Можно ли сказать, что таким образом люди пытаются найти истину? Не знаю. Чтобы это определить, нужно взять исходный код платформы, локализовать его в России, запустить сайт и создать там такое утверждение. С помощью argument.org можно найти истину. А дальше посмотрим, какие будут аргументы за и против. Все, любите друг друга, играйте в игры с разумом, это полезно. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.